потребителей нашего продукта есть те, чьими победами поистине можно гордиться. Екатерина Шумилова. Российская биатлонистка, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи, женской эстафете, заслуженный мастер спорта. Марина Мохнаткина, четырехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка мира, двухкратная чемпионка Европы по самбо, член кораллового клуба. Вячеслав Кудрявцев. Бронзовый мастер компании. Чемпион мира по пауэрлифтингу. Вячеслав установил рекорд в своей возрастной категории. Все это благодаря усилию воли, своим тренировкам и, конечно же, качеству нашего продукта. Где наш чемпион? Встречайте, друзья! Вячеслав Кудрявцев! Категорически приветствую всех, находящихся в этом зале. Поздравляю с юбилеем, желаю надежного здоровья, личного, семейного благополучия и творческих успехов в коралловом клубе. Когда-то в молодости, когда мне было 56 лет, я приседал штангой 250 килограмм и жал 160 килограмм. Сейчас мне 76 лет. Но время идет, штанга становится тяжелее, и тут, говорится, был инфаркт. Но нет худа без добра. Инфаркт. Жена, я очень ей благодарен, Светлана Пальм. Хочется с этой сцены поблагодарить ее за помощь, которую она оказала мне. Господь Бог через нее послал меня в коралловый клуб. Я постепенно стал тренироваться, вошел в форму, стал выступать на экстремальное силовое шоу, машина на меня заезжала. И затем стал чемпион Европы где-то 2 года тому назад. И вот сейчас я стал готовиться и выступил на чемпионате мира в Дюссельдорфе 6, 7, 8. Взял 3 кубка, установил мировой рекорд приседаний. И я понял, что в самых таких случаях экстремальных только лишь коралловые продукции помогают. Я горстями ел ее. Ребята смотрят, Борисович, ты это самое, что ты ешь-то, воду какую пьешь? Бросаешь пакетик 1,5 литра и пью. И это живая вода, ребят, будет нормально, тоска и результат пойдет. И вот на соревнованиях ребята также бросали этот самый коралл, майн, я угощал их противити, и из 4 человек команды нашей, эстонской, 3 стали чемпионом мира, 1 занял 2-е место. Позвольте мне поблагодарить создателей, основателей этой продукции, Леонида Абовича Лаппа, Казара, Эрика, Гурама. Пожелать им доброго здоровья и удачи. Хранит вас Господь. С юбилеем! Еще раз большое спасибо моей жене Светлане. Света, будь здорова! Наши чемпионы, спасибо, Вячеслав, ребят, Кудрявцев. Здоровья вам всем. Окей. Окей. Наша вам благодарность, Вячеслав. Так держать. Есть. Компания Coral Club с апреля 2014 года выступает спонсором боксера Энрика Гагохия, участника бойцовского шоу «Легенда», спортсмена клуба единоборств номер 1, первой в России сети бойцовских клубов. И мы с большим удовольствием
Приглашаем на эту сцену этого спортсмена Энрика Гагохия. 2010 год. Чемпион Европы мира по тайскому боксу. Лучший боец Европы 2012 года. Чемпион мира по профессионалам и победитель Кубка Сан-Нефти. 32 боя, из которых 27 побед. Из них 17 нокаутами. Энрика Гагохия. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, рад в этот день рождения компании, оказался среди вас. И я хочу поздравить от всей души с юбилеем. Спорт – важная часть моей жизни, чтобы стать профессиональным боксером и достичь чего-то, мне пришлось сделать много и предстоит еще больше с помощью моих близких. Когда я выхожу на ринг, я понимаю, я не один, за мной, как и за вами, сильная команда. Команда, которой подвести мы не можем и стараемся. С днем рождения, Coral Club, я хочу, чтобы ваши мечты, ваши усилия, всего, что у вас в мечтах, чтобы все прошло, и ваши продукты помогли всем достичь своих целей. И клуб «Единоборств номер один» вместе с вами. Большое спасибо. Энрика Гагохия. Спасибо. Оставайтесь с нами. Спасибо. Всегда.